Итак, друзья, всем привет, всех приветствую. В общем, приехала на велосипеде на поле. Вот здесь уборка подсолнечника была. Ну, я думаю, видели видос. Началась пахота. Вот, трактор World 1104, китаец. В общем. Ну, земля, конечно, суховата, видите. Остаются такие, так скажем. Конечно, желательно, чтобы дождик прошелся. И хотя бы через недельку после дождика, ну, чтобы земля более-менее мягкой стала, тогда пахать, а то вот такие глыбы остаются. Конечно, это все можно дисковкой разбить, но... Вот, сейчас еще подойдем, так скажем, к трактористу. Вот, потому что спрошу, можно ли снимать, так как военное время все же, и сейчас снимать нежелательно. Хотя сельское хозяйство. Так, но вроде подсолнуха семянная тут не вижу. Вот, убирал John Deere какой-то старенький, там 90 какого-то там года выпуска, или 2000 какого-то там, я не смотрел особо так. Вот там у нас. Начал пахоту примерно, ну, когда примерно? Часа два назад, я не знаю, я только сюда приехал. Хотя, смотрите, некоторые семечки остались, да? Ну, фокус. Ну, я думаю, это не сильно так страшно. Сейчас, если выйдет, расскажу ему, что и зачем снимаю. Вот, потом он будет вот то поле, это, я так понимаю, одно целое поле. Оно просто идет вот там, как-то разворачивается, я фиг знает, туда далеко не ездил. Может, короче, уже засниму, когда будет идти на обратный. Ну, а так сколько я... Хер знает, сколько тут глубина. Ну, сантиметров сколько? 20, да? Хер знает. Ну, где-то вроде около того, 20-15 сантиметров глубина вспашки. Наверное. Так, если бы была с собой линейка, замерил. Но все же вот эти вот глыбы. Конечно... Не, ну, и, ну, естественно, это все дисковка потом, наверное, пройдется и будет нормально. Вроде бы не против, чтобы я снимал. Трактор китаец. Сегодня у нас с вами, друзья, сейчас скажу, какое число. Или не скажу. А, 15 октября 2023 год. Пахота идет. В общем, кто смотрел видео по уборочной подсолнуха, ну, я там сделал типа клип, вот, тот знает.
Отныне будет такой контент. Вот, конечно, я могу сюда на вилле, на велосипеде поехать, как идиот, так скажем. Но я не буду себя прокалывать шины. Ну, где-то, я думаю, глубина 20 сантиметров есть. Я считаю. Вот, короче, я думаю, что это поле, оно идет вот там до конца, потом разворачивается и... Вот, ну, я думаю, поле гектар сколько, блин, 70, что ли? Я думал, что вот то вот, я, если честно, не знал, что еще это поле и здесь, если честно. Ну, наверное, да, гектар 70. В общем, трактор тот же, Word 1104, китаец. Так, ну. Соответственно, вот наше поле, оно за городом находится, поля, это, так скажем, соседское поле, я там вижу тоже уже он перепахал, да, я вижу там тоже уже перепахано, так что ему, в принципе, осталось, наверное, немного. Вот, но я, наверное, все же буду за трактором не бегать, а иногда поездивать на велосипеде. Ну, благо шины мне позволяют. Вот, ну, конечно, друзья, видите, какие глыбы остаются. Ну, опять же, как я сказал, дискация, если дисковка, это все, короче говоря, разобьется. Хотя на зиму, друзья, на зиму, наверное, оно то, что надо. Потому что если задисковать и разбить эти все глыбы, грудки, то будет на весну асфальт. А так, хотя оно в любом, наверное, случае будет асфальт, да? Не знаю, у нас было дело, когда мы запахали, передисковали. Весной приезжаем, у нас поле как асфальт просто. И хоть... машин туда пускай ездить по полю. Просто поле ровное, твердое. Мы его еще раз перепахивали. Так. Ну, вроде как бы не против, чтобы я снимал. Тем более, я уже тракторист этого знаю. Думаю. Вот, потом сейчас вам покажу еще, сколько надо будет пахать. Я думаю, 3-4 серии сделаем по пахоте. Вот и все, в принципе. Так, мое транспортное средство. Я слышу, там еще трактор один работает. И вот, но я туда не хочу ехать, так как там... скорее всего, меня не знают. Вот. Еще вот здесь, друзья, надо будет поработать хорошенько. Вот, смотрите. Вот это поле. И это, я так полагаю, что это одно единое поле. Вот, или два разных, но одна культура просто. Оно аж туда уходит. Еще вот сколько работы. Так, ну а я сяду на велик и проедусь, так сказать, за китайцем немножко. Вот, заодно вам подсниму что-то. Потому что
Я иногда моими разговорами задалбываю. Задалбываю народ. А люди хотят увидеть что? Правильно, красивые кадры. Поэтому все. Сейчас будете встречать красивые кадры. Thank you.